Всем привет, с вами Народный Патруль. Прямо сейчас узнаем о самых ярких событиях недели и взглянем на них глазами очевидцев. Все потому, что они вовремя включили камеру, так что и ты не оставайся в стороне. Свои ролики присылай в WhatsApp на номер 8-924-855-2525 или в Instagram Народный_Патруль49. Во дворе на Флотской 7 развернулся комедийный боевик. Очевидно, нетрезвый мужчина решил вызвать на дуэль водителя. Правда, первый в качестве оружия выбрал бутылку, а второй — пистолет. В итоге задира остался с простреленной рукой, но даже так однорукий Джо смог запустить свой снаряд в цель. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по Магаданской области, информация о происшествии зарегистрирована. Проводится проверка. В третьей поликлинике на Болдырева 8 теперь можно бесплатно пройти тест на ковид или прямо здесь его подцепить. К сожалению, в Минздраве не смогли сложить 2 и 2 и не подумали о том, сколько людей захочет провериться. В итоге люди ждут на улице. Кстати, во второй поликлинике на Колымской 11 ситуация не лучше. Здесь здоровые с больными часами находятся в тесном коридоре. Рыбаков в бухте Нагаева не пугают ни живые трещины, ни ледокол, стоящий вплотную к автомобилям. Во втором случае так даже безопаснее, говорят они, ведь судно частично блокирует отжимной ветер и не дает трещинам отойти. Я уже облавливаю, пока ты видишь. Ну да, 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 ничего. Ловится, все нормально. У нас все машины, все. Ой, все, надо начинать. Бездомные собаки продолжают кошмарить город, и даже введенный в конце января режим чрезвычайной ситуации их не пугает. Например, на улице Литейной таких собак больше, чем жителей, и поодиночке они не опасны, а вот в стае способны на все. Откровенно мало приятного ходить здесь одному, так что автор видео берет с собой палку. Вот это ведь, вот это всех заводит, на меня лает постоянно. Вот я хожу с палкой. Вот с такой. Это все одна семья. Вот они. Вот так я иду по улице и ругаюсь на них громко. Палка. Палка есть. Нет, не ходите за мной. Это не ваша территория. Палку несу. Молодые, озорные, бордые. Ой. Идут. О, крутся. Стая. Короче, они меня наперерез идут. Сейчас я буду встречать. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вон седьмая. Следующее видео пришло из поселка Мяунджа. В местном продуктовом магазине мужик слетел с катушек и сбросил с прилавка товар. Возможно, его выбесили высокие цены, но, скорее всего, ему просто отказали продать спиртное. На сегодня это все, а у тебя впереди целая неделя, чтобы снять интересные видео и прислать нам. Для этого есть WhatsApp с номером 8-924-855-2525 или Instagram Народный_Патруль49. И помни, тот, кто сможет удивить, по итогам месяца получит денежный приз. Так что держи камеру наготове и до новых встреч!